Добрый вечер, дорогие друзья. Я безумно рада, что все это происходит. Счастлива быть здесь. Счастлива, что вы пришли, уделили время, чтобы побыть с нами сегодня в музыке. В общем, я рада. А вы? Конечно. И для начала я хотела бы рассказать про удивительных, прекрасных музыкантов, которые сегодня будут играть. Они уже сыграли, а сыграли они композицию авторскую Евгения Пономарева. Потому что, да, специальный гость сегодняшней программы — квартет Евгения Пономарева. Очень удобно. Да. Также в этом квартете принимает участие, и в моем тоже, Григорий Воскобойник. Андрей Половко, саксофон. Петр Михеев, барабаны. И Евгений Пономарев снова. Ну что, мы начнем, пожалуй. Ай,
Большое спасибо. Евгений Пономарев. Андрей Половко. Григорий Воскобойник. И Петр Михеев. Меня зовут Кристина Ковалева. И вместе мы... Группа. Вот, это поворот. Прозвучала композиция, которая называется «Вербовая дошечка». Она написана по мотивам украинской народной песни «Вербовая дошечка», а потом уже немножко мы отошли от темы. Следующая песня называется «Колыскова», и переводится она с украинского как «Колыбельная». Thank you.
ти не знаєш, але вже маєш ти крила, крила. Ми з тобою на дитину, де чекають мрії. Ой, да, ой, да, ой. Ой, да, ой, да.
Огромное спасибо. Сейчас мы исполним композицию, которая называется «Ой, верше, ми верше», украинскую народную песню. Ребята еще вернутся, это только на одну композицию. Ой, верше, ми верше, ми зами верше, і уж ми так не буде, і уж ми так не буде. Як було перше, бо перша мі була, дуже мі добре було, от свої мамички, от свої мамички.
Григорий Воскобойник. Григорий Воскобойник. Большое спасибо. Я думаю, сейчас самое время сказать, что если вы вдруг еще не слышали наш альбом, песни, с которого мы сегодня играем, «Христе в намысти» он называется, то у вас есть уникальная возможность приобрести диск, очень актуальный носитель в 2020-м, но его можно не только слушать, вы можете слушать музыку в интернете, а на диск просто посмотреть. Там все очень красиво, там есть буклет, есть слова песен, караоке, можно подпевать. Так что, если что, друзья, пожалуйста, на входе приобретайте диск «Христе в намысти». Лайк. Больше я вам скажу. Там вы найдете диск не только «Христе в намысти», но и квартета Евгения Пономарева. Это ли не чудо? Заготовленные джинглы. Мы перейдем к композиции, которая называется «Инсомния», что в переводе «бессонница». Видите, у меня бессонница, я плохо разговариваю. Бессонница. Уроки украинского с Григорием Воскобойником. Задумано, все в порядке. Давай, можешь пока что-нибудь рассказать? Интересные факты. Спасибо, что вы еще с нами. Инсомния. Oh,
Большое спасибо. Я теж тебе кохаю, хто б ти не був. Євгеній Пономарьов. Не забуваємо. Андрій Половко. Григорій Воскобойник. Красиво. І Петр Михеєв. Мене звати Кристина Ковальова знову. Таким образом... Я просто хотела бы сказать вам, что мы играем сегодня одним отделением. А вы не знали? Так как, да, как полноценное прослушивание диска. Многим сегодня на поезд и на самолет. Вот, поэтому, друзья, никуда не уходите в надежде, что будет второе отделение. Ну, хотя, смотря как пойдет. Еще раз напоминаю, да, что у нас есть диски всегда, перерыва нет, поэтому приходится говорить сейчас. Есть диски и виски и так далее. И композиция, которую мы сейчас сыграем, называется «Я твоя». Тара-тара. Чу, де ти?
поведу в сади зелені за собою. Спасибо огромнейшее. О, Господи, какая красота. Воспользоваться вашим Родосом. Евгений Пономарев. Григорий Воскобойник. Андрей Половко. И Петр Михеев. Спасибо огромное за то, что вы сегодня пришли. И мы сыграем напоследок практически композицию, еще одну с нашего альбома, которую вы можете найти на входе, «Христиан на мысте». И песня, которую мы сейчас сыграем, называется «Вже сонце низенько». Это еще одна моя фантазия на тему украинской народной песни. Спасибо. Вже сонце низенько, вже вечір близенько, спішу я до тебе. Ти ж моє серденько, спішу я до тебе. Ти ж моє серденько. Oh,
сонце низенько, вже вечір близенько, спішу я до тебе, ти ж моє серденько, спішу я до тебе, ти ж моє серденько. Спасибо. Огромное спасибо, дорогие друзья. Евгений Пономарев. Григорий Воскобойник. Андрей Половко. Флейта, саксофон. Петр Михеев. Барабаны. Дорогие друзья, мы безумно счастливы вырваться в Москву сегодня в этот замечательный клуб и сыграть сегодня эту музыку для вас. Как-то грустно, да, получается? Ну ничего, мы сейчас... Да, давайте. Спасибо. Вот, отличное развитие событий. Ой. Мы, как говорится, будем уже немножко собираться. Напоминаю, что вы можете взять нас с собой. Вот там диски есть при входе. И напоследок, я думаю, нужно что-нибудь нам... что-нибудь такое, чтобы, да, ножки в пляс еще не шли, я вижу, все сидят. Поэтому нам нужно что-то веселое, задорное. И можем, у нас есть такое? Да. Поем, танцуем. Да, все, веселимся. We belong.
нас саксофон. Теперь все вместе.
сили, над двері водулялася подарунками. Евгений Пономарёв! Андрей Половко! Григорий Воскобойник! Спасибо. Друзья, приезжайте к нам. Спасибо. Все взбодрились, никому не спать. Ну что? Три, четыре. У нас получилось? Спасибо, друзья. Спасибо большое. Приезжайте к нам в гости, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, покупайте диски, которые на входе, Христя в Намысте и квартет Евгения Пономарева. Большое спасибо. Обнимаю и целую. Спасибо. Вы супер. Спасибо.